В нашем клиническом центре есть метод диагностики электроэнцефалографии. Этот метод используется для выявления биэлектрической активности головного мозга. Данный метод мы используем для диагностики, в первую очередь, эпилепсии, а также для диагностики синкопальных состояний, нарушений ритма, инсульта и опухолей. Мы используем шапочку со специальным встроенным электродом, которая накладывается на голову пациента в определенных отведениях и регистрируем импульс на компьютере. Наш головной мозг состоит из нервных клеток, нейронов. Данные нервные клетки на внешнее раздражение регенерируют импульс, который мы улавливаем с помощью данного аппарата. Этот метод эффективен, безопасен, неинвазивен и не имеет абсолютных противопоказаний.